Карпова Валентина Николаевна. Родилась 1 ноября 1983 года. Я артист, солист-вокалист, ведущий мастер сцены Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Песня – это моя жизнь. Песня – это мое призвание. В 2002 году я закончила Астраханское училище культуры. По специальности педагог, организатор досуга, руководитель хора. В том же году я поступила в Астраханскую государственную консерваторию. Я училась у прекрасного преподавателя, профессора Усольцевой Валентины Михайловны. Параллельно я работала в ансамбле «Скоморошина». В 2007 году я закончила Астраханскую государственную консерваторию по специальности «Вокальное искусство. Народный вокал». В 2008 году я приняла участие в конкурсном отборе в ансамбль песни и танца под руководством Лавриненко Александра Михайловича. И по сей день тружусь в нем. Я награждена почетной грамотой Министерства культуры Астраханской области и благодарственным письмом Думы Астраханской области. Я горжусь тем, что работаю в таком прекрасном ансамбле. Ведь Астраханский государственный ансамбль песни и танца является визитной карточкой города Астрахани и России.